Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня мы опять рассмотрим в очередной раз функцию, такую как удаленные SMS, вызовы SMS на часах Galaxy Watch 6. Вообще работает эта функция на всех часах Galaxy, начиная от самых первых, которые были, да, и заканчивая последними 6-й версией. Функция действительно классная, и работает она не со всеми смартфонами, только со смартфонами Samsung и только серии S, Note и эти все раскладушки, флипы, там, Z Fold'ы, и только на них. Все, более ни на каких. Как это все дело работает и как это дело все запустить, допустим, в России, потому что в России оно недоступно. Я вам сейчас изображу, как это все работает. Во-первых, вы идете и смотрите, вот подключенное устройство. Здесь вот есть такой вызов и смс на других устройствах. Нажали на него, дальше подключение через, пишите, Wi-Fi, мобильная сеть, это тоже очень важно, дорогие друзья. Дальше вызовы на других устройствах. Видите, у меня подключено здесь даже Active 2, прекрасно работает. Ну и Galaxy Watch 6, которые сейчас у меня соединены со смартфоном. Здесь мы с вами включаем удаленное подключение. Дальше вызовы, там все это такое, синхронизируете данные на телефоне с устройством Wi-Fi через мобильную сеть или устройство с помощью Google Cloud Sync. Но это для устройств других часов на Wear OS. Так, ладно, теперь, значит, что у нас получается. Вот смотрите, я отключаю Bluetooth. Bluetooth отключаю на своем смартфоне. Естественно, у меня часики отключаются от телефона и автоматически... Надо поставить именно, чтобы авто был Wi-Fi включен. Wi-Fi подключается, вернее, часы подключаются к сети Wi-Fi, доступной, там, где вы есть. Ну, допустим, я, короче, телефон оставил дома, а часы поехал в них на работу. Естественно, они у меня автоматически подключаются к той сети на работе, к которой подключался я до этого на своем смартфоне. Все это синхронизируется. Все, когда мы это все с вами дело сделали, даже если я не подключен, но мне кто-то будет звонить, сейчас я вам это продемонстрирую, да? Я сейчас звоню с Давидовского телефона, и как видите, вызов идет у меня на часы. Хотя они у меня отключены, отключены от Bluetooth. Видите, все, здесь у меня тоже все отключено. То же самое со всеми мессенджерами, на которые у меня установлено уведомление для часов. Если мы заходим в Galaxy Wearable, то видите удаленное подключение через сеть Wi-Fi. Здесь уже написано, все также есть, как полагается. Дальше настройки, режимы там или уведомления. Вот, пожалуйста, уведомления. Здесь я выхожу в приложение и делаю какие-то, вернее, отмечаю, куда я хочу, чтобы приходили у меня уведомления. Короче, какие приложения вы отметите, на такие будет приходить уведомление и оповещать ваши часы. Очень отличная вещь, ну, прикольная вещь такая, иногда она бывает полезна. Я это лично уже оценил, когда забываю свой телефон дома, а часы на работе с собой. Самое это интересное, я могу принимать звонки. Сейчас я вам все-таки это же не продемонстрировал, а мы сейчас продемонстрируем. Да, идет звоночек, смотрите сейчас. Ну и на часы я делаю прием. Привет, привет. Все, видите, все работает прекрасно. И не обязательно, что у нас есть соединение, оказывается, да. Функция в России не работает. Допустим, до 12-го андроида можно просто скачать специальное приложение, установить его на смартфон, и оно в России будет работать. Ссылочку я дам на 4 PDA, там все прекрасно описано. Если у вас Android 12, 13 или как у меня 14, то установить это приложение просто не получится, чтобы оно работало. Нужно менять регион на вашем смартфоне. Ну, допустим, я поменял на Англию. Да? Но это можно сделать на любую европейскую страну, и будет все работать. Или там на Украину там поменять и так далее и тому подобное, и у вас все будет работать. Как изменить регион? В описании видео все ссылочки. Ну, а вам, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь и пользуйтесь функцией, если хотите. Пока!